5 марта администрация Сочи объявила о старте конкурса по формированию резерва управленческих кадров. С этого момента Департамент муниципальной службы и кадровой политики ведет активную работу по приему заявок от управленцев, желающих работать на благо курорта и на результат. Мы обрабатываем сегодняшний день более 50 обращений, звонков от желающих принять участие в конкурсе. География обрабатываемых обращений очень обширна. Это и Ростовская область, и Челябинская область, и Приморский край, Москва, Краснодарский край. Большинство заявок поступает от сочинцев. Средний возраст конкурсантов 35-40 лет. Екатерина Плушникова, например, руководит юридической компанией и считает себя тем управленцем, который может прочувствовать остроту социальных вопросов, оперативно и качественно принимать решения. Могу в разных направлениях, в разных департаментах работать. Это и правовое, и правовой департамент, защита населения, обращение, работа с людьми. Я хочу быть частью большой системы и внести свой вклад, какие-то новые мысли, идеи в создание комфортного нахождения здесь всего проживания населения. Мотивация, опыт и желание работать в мэрии есть и у Игоря Быченко. Он много лет работает в строительной отрасли и теперь решил поработать на благо родного города. Я подал заявки на «Лидеры России», но из-за того, что находился в рабочей поездке, не смог сдать тесты. И хочется вот сейчас реализовать себе, попытаться на городской конкурсе пройти этот этап. И посмотреть, на что реально новые какие-то вклады внести, и посмотреть свои способности уже не работая, а именно послужить народу. Принять участие в отборе могут все желающие. Требования к кандидатам: гражданство Российской Федерации, высшее профессиональное образование, стаж управленческой деятельности не менее 3 лет и отсутствие судимости. Написать заявление, предоставить необходимые документы и пройти тестирование можно до 5 апреля в администрации Центрального района. Ближе к маю начнется обучение конкурсантов. После тестирования конкурсная комиссия оценит представленные документы и проведет собеседование с кандидатами. Лучших из конкурсантов внесут в резерв управленческих кадров администрации города на должности заместителей главы города и районов, начальников управления, а также директоров муниципальных предприятий и учреждений. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.